ведущий. Мене звати Валерія. Сьогодні в нас музикальний фестиваль, який називається «Мир і любов». Ми лучше нічого не придумаємо для начала, чим громкий, бурний і нескільки. Вони приймають участь абсолютно безплатно. Вони просто хочуть подарити вам класну музику, показати, що вони вміють, тому що вони потрясаючі професіонали. І сьогодні ще раз напомнити о тому, що сьогодні відбувається в Україні, щоб ми об этом не забували. Ну і, звісно, допомагали людям з України, які зараз оказались тут. Совершенно верно. Давайте по возможності сьогоднішній вечір наповнимо не тільки аплодисментами, не тільки обнімашками і 100% хорошою музикою, але й допомогою. Просто хороший пример. Я не знаю, як ти познайомилась з «Пристанище». Я узнав, що существует этот фонд. Я написал: «Здрасте, у меня нет денег, но я стендап-комик. Нужна помощь?» Даже стендап-комики нужны. Как вам такое? То есть не думайте, что ваша помощь окажется ненужной. Самый правдивый способ коммуникации, и будем уничтожать звуками стену лжи, приведшую к войне. Девчонки, называется «Объединяя сердца». Объединяя Uniting сердца. Hearts, да. Я хочу представить наше детское сообщество «Объединяя сердца». И мы хотели просто помочь им найти новых друзей, помочь найти им свое место в стране, в которой они не знают языка, не понимают правил. Поэтому мы собрались с родителями и решили, что мы организуем им сообщество, где окажем им психологическую, эмоциональную и образовательную поддержку. И в наших планах есть организовать детям летний лагерь. Едем ядерной пылью, все воруем и врем, как рабами мы были, как рабами помрем, когда упырь издохнет, что останется здесь, когда ты рядом со мной, когда я рядом с тобой. Земля
тобою, побажаю я тобі слави, сили, волі, України весени, ми тепер герої. Мами, помолися, молитва лине, щоб вернулися живими. Мами, помолися, молитва лине, щоб вернулися живими.